Здравствуйте, дорогие товарищи! Ранним утром 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся военный парад, посвященный 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Этот парад по силе воздействия на ход событий Великой Отечественной войны приравнивается к важнейшим военным операциям. Он имел огромное значение по поднятию морального духа армии всей страны, показав всему миру, что Москва не сдается и боевой дух советского народа не сломлен. Многие военные подразделения, участвующие в параде, после его окончания отправились на фронт. В канун празднования 24-й годовщины Октябрьской революции партийное и советское руководство Ульяновска в свою очередь принимают решение о проведении на главной площади города митинга и демонстрации трудящихся города. Накануне войны Ульяновск был тихим провинциальным городом, население которого на 1 января 1941 года насчитывало чуть более 100 тысяч человек. В годы первых пятилеток Ульяновск, благодаря отсутствию энергетической базы, практически не испытывал на себе бурного экономического развития, охватившего в те годы всю страну. В предвоенные годы в городе не было...